Сигнальная лента как напоминание, что нужно оставаться дома. Детские спортивные площадки по всему Ярославлю таким образом временно перекрыты, и вход на них запрещен. Родители часто поддаются на уговоры своих детей выпустить их во двор погулять. В результате их собирается много, что недопустимо в условиях карантинных мер. Инициатором перекрытия уличных объектов выступила мэрия Ярославля в качестве подмоги в расклейке лент управляющей компании. Мы должны сейчас проявить сознательность, мы должны провести в какой-то степени изобретательность для того, чтобы сидеть дома и удержать дома своих детей, чтобы мы нашли какие-то ходы, как с ними заниматься, играть, общаться, вспомнить, что существует у нас очень богатая литература, изобразительное искусство, очень много интересных фильмов, очень много интересных занятий, которых мы должны увлечь себя и своих детей, прежде всего, чтобы их не тянуло на улицу.